Когда я был молод и полон энергии и энтузиазма, я создавал вещи, не имеющие аналогов в мире. Одной из такой является переделка блока питания на двуполярное питание плюс-минус 30 вольт. Я высоковольтный транс сделал двойной, расплел косичку земляную и добавил ее к 12-вольтовым обмоткам. Получилось 2 по 12, это 24, и немножко обратной связью поднял. И так как 30 вольт от 30 вольтов одного дросселя не хватало, грелись кондеры, которые стоят после дросселя. Я последовательно с основным дросселем подпаял еще один такой же. Но это уже я улучшил просто охлаждение. Раньше тут два транзистора высоковольтных стояли на одном радиаторе. И они стояли через прокладку. Прокладка уменьшает теплоотдачу, теплопроводность. Поэтому я им сделал раздельные радиаторы и прикрутил без прокладки, чтобы они лучше тепло передавали на радиатор. Тем самым лучше охлаждались. Вот, так как этот радиатор массивный, я его еще приклеил к кондеру вот тут. С 2005 года вот этот блок питания пашет, питает стереоусилитель на полевых микросхемах TDA 7294, 70 ватт на канал. Ну, вряд ли вам будет интересно подробности, поэтому я тут и не расписываю подробности. Всем пока. Просто хвалюсь, как бы, какой я раньше был охуенно умный. Всем пока.